Всем самый добрый день! Сегодня предлагаю вам вкуснейший, самый быстрый, ленивый десерт, и он состоит всего из двух ингредиентов. Нам нужен шоколад. Шоколад можете использовать любой, молочный, темный шоколад, какой у вас есть. Заливаю горячими сливками и размешиваю, чтобы шоколад полностью у нас расплавился. Тщательно размешиваем до однородной сливочно-шоколадной массы и отставляем в сторону, чтобы масса приняла комнатную температуру. В отдельную емкость я вливаю охлажденные сливки и взбиваю их до мягких пиков. Сахар никакой добавлять сюда не нужно. Шоколадная масса у нас остыла. Также немного венчиком пробью ее, буквально 10 секунд, не больше. И соединяю вместе со сливками. Шоколадную массу вместе со сливками долго взбивать не нужно. Нам нужно просто соединить. Поэтому миксером нужно пробить буквально 5-10 секунд, чтобы масса стала у нас однородной. Вот и все. Замечательный, шикарный десерт готов. Его можно готовить, когда гости уже у вас в доме. Можно разложить сразу в креманке, а я перекладываю в кондитерский мешок. У меня насадка звездочка. Заполняем в приготовленные порционные формы. Можно также заполнить одну большую форму и посыпать сверху какао, шоколадом, орехами или фруктами. То есть по вашему вкусу. Сделайте любые сюда добавки. Готовый десерт, в принципе, можно подавать к столу, но будет лучше, если вы хотя бы минут на 10 поставите в холодильник. Этот десерт можно сделать заблаговременно с вечера, но тогда вам нужно достать его до подачи за полчаса, чтобы он стал мягким и нежным. Готовый десерт я посыпаю шоколадом. Или какао, порошком. У меня получилось 8 вот таких форм. Идеальная порция от 60 до 75 грамм. Вот такая нежная шоколадная вкуснятина получилась. Это десерт после холодильника. Очень нежный, мягкий, ароматный, самый шоколадный пришоколадный. Готовьте с удовольствием, это очень просто и быстро. До новых встреч, друзья!